сегодняшняя дата? Сегодня 20.05.24. Этот день в календаре ребята точно запомнят, ведь с получением паспорта для них открывается новый жизненный этап. Поздравляя ребят, глава Ленинского городского округа Станислав Катаров отметил, что это серьезный и ответственный шаг во взрослую жизнь. Теперь все права у вас также будут и все основные обязанности. Я хочу, чтобы вы с честью и достоинством выполняли все возложенные на вас обязанности, оставались гражданами своей страны, вносили в ее развитие большой вклад и уверен, что у вас впереди большое будущее. Большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Рад, то, что я получил паспорт. Во-вторых, на меня налагается большая ответственность. Кирилл Головчак признается, что с получением документа у него появилась прекрасная возможность попробовать свои силы в будущей профессии. Решился, куда хочу. Я хочу пойти на программиста, как мой папа. Особую гордость испытывали родители, которые пришли поддержать своих детей в этот волнительный и важный момент. Для меня это вот очень большая честь и радость. Я горжусь своим сыном. Я желаю ему добиваться своих целей, идти к намеченным целям, выбрать верный путь. Мой сын стал взрослым, получил какую-то ответственность уже определенную для своего возраста. Поэтому это такой первый важный документ, который на него налагает определенные обязательства как гражданина Российской Федерации. Торжественное вручение паспортов в муниципалитете стало уже доброй традицией. Ведь для мальчишек и девчонок, впервые получающих свой главный документ, этот день превращается в настоящий праздник. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.